Привет, народ! Я сегодня решил сделать обзорчик. Обзорчик буду делать на улице. Вот, весенняя погодка шикарная. Поют птички, поют соседние петушки. Я думаю, будет интересно, летят самолетики. Заодно насладимся хорошим качеством звуков. Итак, сегодня у нас на обзоре вот такая вот модель защищенного телефона, который называется Vertex Impressis Action. Поюзал, вот, чтобы иметь какое-то более-менее представление о том, как он работает, как у него работают камеры. И вообще, давайте сейчас посмотрим сначала комплектацию. Вот такая вот интересная презентабельная коробочка, довольно-таки выглядит очень дорого. Я его уже открывал. Вот. На задней стороне присутствуют краткие характеристики этого телефончика. И давайте пробежимся по его комплектации. Ну, коробочка, я вам скажу, довольно-таки такая сексуальная, красивая. Телефон при покупке выглядит достаточно богато. Хотя по соотношению цены и качества довольно-таки недорогой и доступный телефончик. Итак, открываем коробочку. И мы видим, здесь у нас такая вот салфеточка. И в ней завернут сам телефон. Давайте ее достанем. И посмотрим сначала по комплектации. Значит, комплектация у него стандартная. Ох, какая хорошая коробочка. Так, это у нас задняя крышечка. Значит, здесь в комплект входит кабель USB. Значит, комплект документации, гарантийный талон. И вот такой вот ключик. Для закрывания задней крышки. Дальше соседний отсек. Видите, как такая хорошая, солидная упаковочка. Мало кто из производителей позволяет себе такую хорошую упаковку сделать. Вот, ну, упаковка радует. И у нас здесь ничего сверхъестественного, конечно. Зарядное устройство. Зарядное устройство, конечно, слабенькое, на 1 ампер, ну, ничего. Значит, и так, по самому телефону. Телефон Vertex Impressis Action, компактный смартфон, предназначен для тех, кто ведет активный образ жизни. Это защищенная модель от воды, пыли в соответствии со стандартом IP68. Это значит, что он выдержит контакт с песком, пылью, грязью, водой и сохранит работоспособность, побывав на глубине до 1,5 метров. Смартфон оснащен 4-дюймовым экраном с разрешением 480 на 800 пикселей, 24 бит. Дисплей выполнен по технологии IPC, что гарантирует достойный уровень яркости и широкие углы обзора. Давайте попробуем его включить. Я немножко его уже, как я говорил, поюзал. Вот, в принципе, углы обзора достойные. Сам экран
защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3, который не так-то просто разбить, либо поцарапать. Процессор AMR Cortex A7 на 1200 МГц. Здесь у нас 4 ядра, графический процессор Qualcomm Andreo 304 на 400 МГц. Оперативная память в этом телефоне на 1 гигабайт, встроенная 8 гигабайт. Операционная система Android 5.1. Значит, телефон поддерживает карты памяти microSD и microSDHC. Данные телефоны все пошли, только поддерживают сим-карты microSIM. Ну, что может быть по новым технологиям и хорошо. Значит, благодаря поддержке сетей 4G, в любой момент можно подключиться к интернету через Wi-Fi. И на высокой скорости просматривать веб-страницы, скачивать файлы, играть или смотреть видео онлайн, ну и также обмениваться сообщениями. Экранчик работает без задержек, нормально. Вот. Значит, основная камера на 8 мегапикселей с автофокусом и вспышкой, позволяющая фотографировать с разрешением фотоснимков 3264 на 2448 пикселей и записывать видео в разрешении 1280 на 720 пикселей, 30 кадров в секунду. И также имеется, значит, фронтальная 2-мегапиксельная камера, которая, в принципе, делает тоже неплохие снимочки. Примеры фото и видео я приложу в конце обзора. Значит, такой сам аккумулятор здесь их фирменный Vortex на 2800 мАч, и он литионный. Значит, есть вот такие вот заглушечки у него. Присутствуют у него такие вот заглушечки, значит, здесь для зарядки USB 2.0, это микро USB. Разъем прячется. И здесь у нас разъем под наушники. Сейчас мы с помощью вот этого ключа поставим на исходное положение нашу заднюю крышку. Задняя крышка, видите, у нас прорезиненная. То есть действительно телефон лаго пыли защищенный, но вот ключики, которые входят в комплект, это просто жесть. Они неудобные. И, скажем так, крутить им этим ключиком не совсем корректно будет. Но мы же не будем открывать и закрывать каждый день. Установили сим-карту. Установили SD-карту, и все, на этом манипуляции с задней крышкой у нас закончены. Долгий процесс закрытия, потому как неудобно все-таки это делать. И мы затягиваем до упора. Вот такой вот неплохой телефончик.
все работает оперативно, быстро, без каких-либо глюков. А вот сама камера включается. Ну, вот такой вот телефончик. А дальше я приложу примеры фото-видео съемки. И кому была полезна данная информация по такому защищенному бюджетному телефону, смартфону, подписываемся, заходим в гости, ставим лайки. Всем удачи и всем пока.